на уровень Польши высок. Да, это говорит о том, что люди на Олимпиаде. Это говорит о том, что у них, ну, к сожалению, Польша на порядок сильнее, чем Украина на данный момент. Турнир серьезного уровня, и поэтому как раз начало года мы поэтому приезжаем туда, для того, чтобы получить опыт, да, посмотреть те же изменения правил соревнования, просмотреть своих, наших спортсменов для того, чтобы, потому что в силу того, что в начале года у нас новая, кстати, вот через месяц гимназиада, потом будет всемирная, потом у нас этап Кубка мира, чемпионаты Украины. И для того, чтобы ребята уже входили в тонус в самом начале года, потому что раскачиваться времени нет, мы выбрали этот турнир.